Сегодня в Управлении по делам молодежи рассказали, кто из студентов Елабуги может претендовать на 4800 рублей, которые выделяются на оплату проезда в общественном транспорте. По 800 рублей на 6 месяцев. Лига студентов Татарстана объявила официальный старт приема заявок конкурса по отбору студентов на получение транспортного гранта. Планируется, что по всей республике его обладателями станут 3000 человек. В этом семестре для Елабуги определена квота более чем на 70 мест. Причем, если городу удастся доказать, что достойных студентов больше, то лига, возможно, увеличит квоту. Подать заявку может любой, кто соответствует определенным требованиям. Активное участие в общественной и научной жизни вуза, города, республики, а также хорошая учеба, достижения в спорте и культуре. Это станет своеобразным поощрением за трехлетнюю работу деятельности студентов. КАИ 11, ЕЛГИТ 1, ИСГЗ 2, АСО 1, ЕПК 5. ЕМУ 4, ЕУК 1. И плюс вот получается ЕГПУ, ЕФКФУ у нас пока информация не точна, потому что в Казани идет в самом основном вузе КФУ распределение квот по филиалам. Но то, что их будет больше, как бы нам сообщили, то это уже однозначно. Как разъяснили специалисты Управления по делам молодежи, подавать заявку на участие в конкурсе можно в своем учебном заведении, где орган студенческого самоуправления формирует списки, либо заявиться как самовыдвиженец. Очень много активных студентов, которые занимаются не только учебой непосредственно, причем занимаются ее хорошо, но еще и участвуют в различных направлениях досуговой деятельности, можно сказать так. То есть общественная деятельность, спортивная деятельность, волонтерство, творчество. И все эти студенты, они в каждом своем направлении достигают довольно-таки значимых успехов. Напомним, гранты на оплату проезда студентам начали выделять с этого года. Его уже получают более 60 елабужан. Кстати, они также могут повторно участвовать в конкурсе. Юлия Вареникова, Гульнара Салихова, Артем Корнилов, Елабужская служба новостей.